огромные, огромные необъятные просторы, вот это огромное озеро, охотничья карта, охотничья рыболовная, я бы даже сказал. Это то самое, ребята, место, о котором я вам как раз говорил. Это просто огромные просторы, где я не был лет 10. Где я охотился крайний раз вот лет 10 назад, а то и больше. Все, естественно, тут изменилось, как у меня в памяти вот отложилось. Очень сложно, ребята, снимать. Жара стоит 32 градуса. Я даже не знаю, что мы сегодня с вами наохотим. В бинокль вроде какие-то утки там далеко плавали. Говорить очень тяжело, во рту все пересыхает сразу. Вот такая вот погода у нас стоит. Дичайшая засуха, просто неимоверная. И такого я не припомню. Вот, пожалуй, ни в одном сезоне. Были поначалу, там, по открытию, какие-то температуры 25-27 даже. Но вот чтобы вот так вот, я что-то такого даже, ребят, не вспомню. Вот такая погода. А утка, о, кстати, о, утка полетела. И куда-то туда, вот там, да, вот куда-то она, где вот тот вот лэп, вот это вот все туда уходит. И полетела утка вот туда, вот на ту косу, вот тот вот берег, там проходит вот где лэп. И вот там вот как раз таки такие заводины, вот это интересное очень место, вот там какой-то ивник растет. Именно туда я сейчас и стремлюсь. Порядка где-то, наверное, ну сколько здесь? 2,5 километра примерно туда, ну около двух, так скажем, 2-2,5. Там дальше есть протока. Была протока, потому что сейчас я даже не представляю. Ну, должна быть, она такая, это как бы речка, да, речка. И вот она там выходит, там такие лужи есть, карты. Вот так, на таких лужах, возможно, сейчас птицы концентрируются где-то там в тенечке, в тиши, где-то она там вся сидит. В общем, наш путь вот туда. И заметьте, я уже с новой, ну как с новой, это та самая дедова лодка. Неплохая лодка такая, как-нибудь я о ней вам тоже расскажу. Сравним ее с Уфимкой, она одноместка. Ну, в принципе, все нормально. Чучела очень аккуратно тут разместились. И она тоже меня вполне устраивает. Она именно каяком сделана, то есть проходить где-то через узкие протоки, какие-то кусты, тростник, рогоз, это все позволит. Единственное, что, конечно, цвет такой, ну, не совсем охотничий, да, ну, будем как-то маскировать в кустах. Все нормально тут с уключенными, все нормально с баллонами, нигде ничего не клеено. Дедушка мой на ней редко ходил, он уже плохо ходил, под конец жизни лодочка лежала, но он, в принципе, ее мне давно уже отдал, сказал, говорит, пользуйся, но я ходил по старинке на свои уфимочки. Ну, сейчас вот, тут даже вот для весел есть такие зажимы. Это ПВХ, ребят, это уже не резина, не ткань. В общем, я еще раз извиняюсь, очень сложно мне сейчас говорить в такую жару. На воде хотя бы стоит какой-то ветер. Так это просто, ну, это нереально, это просто пекло. Я оделся, потому что иначе обгорать будешь моментально. И обязательно головной убор. Держим путь туда. Тьфу, я уже вот все заговариваюсь. Путь туда держим, и по ходу действия, может, что-то будет, буду показывать, ребят. Пока вот такой план, там дальше посмотрим, где что выкидываться и где, и вообще не понятно, что мы сегодня вообще наохотим. Ну, птица здесь традиционно всегда была. Посмотрим, как будет в этот раз. Спустя 10 лет. 10 лет спустя, да, вот туда. Вперед, ребят, ни пуха.
Вон цапля пошла, вон она, ох, красавица. Ох ты, большая какая, да. Пройдем сейчас туда к протоке, посмотрим, что там. Может быть, вот за тот берег как-то зацепиться еще можно. Вот там еще кусты интересные. Конечно, на изучение здесь этой вечерки абсолютно не хватит. Ну, какие, да, растут кувшиночки. Закрылись некоторые. Некоторые бутоны закрыты. А некоторые вот прям желтенькие. От жары прячутся цветы. На таком солнце слишком жарко. Вот вам болотная кувшинка. Вроде вон этот проход, вон этот, да, вон он виднеется, этот проход на такое озерцо там должно быть, если оно еще там осталось, если оно не пересохло. Ничего здесь не сидит, ребят. Тишина. Да, место интересное. Все заросшее. Если садиться, то сюда, а чучела, я даже не знаю. В эти кусты как-то. А тут, получается, далековато она будет садиться, да. Если только вот на этот край вставать и как-то здесь, ну, не знаю, лэп. Место-то закрытое, да, теоретически, может быть, здесь она садится, но там уже там дорога, вот слышно. Не знаю, сейчас попробую обратно выплыть-то. Время уже есть, но уже надо так намечаться, в общем-то, я бы сказал. Уже надо рассаживать их. Поэтому надо определяться. Пойду я вот к тому острову сейчас обратно по этому каналу. Все-таки здесь что-то неоднозначно. Неоднозначно у меня. Да, пойду к тому каналу и там посмотрю. Но очень красиво. Вброд. Вот так вот все обмелело, ребят. Вот поглубже. Тут тоже еще. Ну, здесь, в принципе, везде вот так вот. А здесь будет везде вот так. Вот это интересные островки. Обойду с этой стороны. Да, здесь пока глубоко. Вот, а здесь как? А, ну вот и все. Ну-ка, опа. По колено. Воды по колено. Не так уж и сосет. Нет, засасывает, конечно, но по идее-то вылезти можно. Опа! Засосало так, что... О! Ботинок вылетел. Ну, опять. Ты посмотри, что творится. Можно. Сложно все это, но можно. Так, я сейчас вот это все выгружу пока.
Вот как рякает. Там сидит спереди вот такие кусты. Здесь маскировки у меня справа вообще никакой. Я прям открыт полностью. Ого. Куличок болотный пролетел. И утка. Либо это охотник сзади крякает, либо утка. И спереди там, ну, переговаривается. Я сижу, чай пью. Как раз хорошо. Горячий чай с имбирем на такой жаре. Вообще, когда жарко, ребят, рекомендуют пить теплые напитки. Даже горячие. Восстанавливается вот этот вот терморегуляция. Ладно, ждем, посмотрим, что принесет нам эта охота сегодня на этой карте. Карта такая, она хоть и открытая, и не продираешься ты сквозь вот эти дебри вот этих вот на веслах, вот это все наматывается, но тем не менее расстояние, очень большое расстояние, нагрузился, физкультура, ну что ж поделать. Ждем вечерку, где-то сейчас, ну сейчас где-то без 20 уже, 7, пока 7, солнце еще стоит, ладно, посмотрим, может что-нибудь подсядет. Сейчас подождем, может солнце зайдет, начнется вот этот инстинкт, полетит она с полей, где-то вот эти перелеты на вечерней зорьке, и по темнозоре, как обычно, что-нибудь сюда сядет или там пролетит, как это у нас бывает, когда уже ни черта не видно. Такой вот прекрасный вечер, и уже не так жарко. Ух ты, ребята, вот это да! Ничего себе стая! Вот это да, вот это стая, ребята! Они летят прямо на кислороде, то есть это просто... Тройка пошла. И все они на кислороде, ребят, проходят. Вот вам и вечерка. Вот это да. Вот там еще двойка к ней присоединяется. Там они разделяются. Тут прям практически над, ну не над головой, конечно, а вон клин идет какой. Вон они прошли. Я даже не стреляю, потому что это, в принципе, смысла не имеет. Это пастушки, ребят. Прям стая огромная пастушков. Не, ну там они лупят, охотники стреляют. А что стрелять-то? Куда стрелять? В эту стратосферу. Но это нереально достать их. Над лесом тройка идет. Вон еще двойка пошла. Ну, они на манок вообще почти не реагируют. Вот это красота, ребят. Это огромнейшие стаи, просто огромные стаи. Причем мне непонятно, вот сейчас жарко, да, а она, вот стаи очень приличные. Чуть ли там не по 20 штук я видел. Это говорит о чем? Что они сбиваются в стаи. Это, возможно, приход холодный.
ранней осени. Вот в чем дело. Ну, посмотрим, как оно будет. Но тенденция идет к этому. Ребят, ну, все она летит на кислороде, то есть очень высоко. И стрелять просто смысла нет никакого. Вот она сейчас полетала, где-то здесь покружили. Они тройки, двойки, потом большие стаи, еще поменьше. И все, вся она где-то сейчас разлетелась, расселась. Тут с той стороны охотники лупят в эту стратосферу, не пойми зачем, потому что это туда дробь не достанет. Это свыше 100 метров там наверху. Нет, ребят, это, конечно, красота. Это огромная красота, такое увидеть. Я очень рад, это уже, можно сказать, охота состоялась. И здесь эта карта живая. Да, здесь птица кружит, оседает она. Не думаю, что здесь она оседает. Не знаю. Вот, смущает меня вот это. Вот очень сильные завихрения вот эти вот идут. Вот они прямо. Облака вот эти непонятные. Ну, пока вроде бы ничего. Может ночью гроза будет. Не знаю. Потому что вроде часы-то никогда не врут. Лучше бы, чтобы не застала меня эта гроза вот здесь. Ну, там тоже стреляют, значит, охотники есть, уже хорошо. Сейчас будем гонять тут ее. Ну, куда-то он стрельнул. Ну. Я крякал, конечно, да, в манок, работал, не знаю, может, обозначил, может, чучела увидели, и потем, ну, что-нибудь подсядет, по силуэту, вот как предыдущая. Вон она, одиночка идет, давайте. Заворачивается, но она даже и не думает садиться. То есть она круг делает, но садиться даже и не думает, и снижаться не думает. Вот еще прошла. Да, ребята, вот это, конечно, красота. Пока, к сожалению, не на выстреле, но ничего, подождем. Опа, есть вроде бы. Туда на крайнюю каемку упал. Ничего себе, я достал. По ощущениям вроде бы упала. А вон она, по-моему, лежит. Да, вон она доходит. Все, нашел я ее, ребят. Вон доходит. Ну, ребята, вот это выстрел в лед. Но может быть и на манок среагировала. Может быть, может такое. Вторую стрелял уже так в угон, но нерезультативно. Ну, охотник тоже там полупит. Охота продолжается, ребят. Эту утку я запомнил где. Ну, прекрасный розовый закат. Просто прекрасный закат. Смотрите, какая красота. И уже мы с трофеем. Вот так вот. Цапля здесь прям прошла. Сейчас такой момент интересный. Все замерло. Вот сейчас такая начинается темнозорь. Тишина полная. Ну вот цапля прошла и все. Вся утка, вся села. Она не летает. Все молчит. Ни кряков, ни покрякиваний, ничего. Все. Птица вся сидит. И вот, как уже по опыту просто... Еще будет она летать, но уже когда вот вырви глаз, как вы знаете, уже когда ничего не видно практически, она еще полетит, вероятнее всего. Поэтому пока ждем, потом я встану уже. Она плохо видит в темноте, я уже не раз говорил, поэтому можно вставать в полный рост. А это сзади так и сидит там. Они так и сидят.
Они не летать не хотят, ничего. Им это ничего не интересно. Эти инстинкты, это не их все. Они там прекрасно все сидят. Ну, вот какие-то покрякивания пошли. Сейчас она начнет. Сейчас вот эта вот вечерняя, вот эта вот уже темнозорная активность пойдет. И что-нибудь еще да полетит, ребят, обязательно. А может, даже и в чучела, я очень надеюсь. Сейчас мы еще в маночек так аккуратненько поработаем и посмотрим. Но закат сегодня прямо вообще это просто красиво, очень красиво. Есть. Есть, ребята. Так, ну все, ребят, уже такая прям темнозорь конкретная. Надо собирать трофеи, собирать чучела. Там прекрасная охота сегодня. Все, сейчас собираюсь и выплываем. Так, ребят, ну вот это первая, то есть вторая, да? О, смотрите, красота какая. Нет, ну это уже пожирнее, чем предыдущие. Вот это пожирнее, причем интересно, у нее это вроде даже не кряква, это серая утка, что ли, получается. Ну-ка, вот так крыло, да, это вроде серая утка, такая порода, зеркало я вроде не вижу. Вот интересно, вот такой у нее серый клювик, серая утка. Я попутно чучела собрал, и сейчас крайний заход у нас за первой уткой, которая где-то вот тут. Вот я в бинокль посмотрел, и упала она чисто куда-то вот туда, вот в эти кусты. Сейчас будем тут искать еще. Тоже все это такое себе, конечно. Вроде бы лежала она здесь. Да, вот она лежит. Вот она. Так, а тут... А, попробую так достать. Ух ты, какая! Ничего себе. Ну-ка. Шлепнул. Ничего себе, в голову. Попал прямо в голову. Обалдеть. И да, это, кстати, тоже серая утка. Крови много. Ну, ребят, эстетики, конечно, мало, крови много. Ну, вроде это тоже серая утка. Да, да. Так, все, ребят, я трофеи собрал, чучела собрал, уже вырви глаз. Время уже 10, мне еще 2,5 км плыть до берега. Ну, там мне как маяк, там сотовая вышка светится. Ну, придется плыть вперед лицом, потому что коряжник, потому что вот это там все я видел. И звездное небо, как обычно, прямо мириады звезд над головой. Жаль, что вы не видите сейчас этого. В общем, все в порядке. Вот такие кусты, здесь она и лежала. Ну, вот такая сегодня охота на берегу обязательно еще пару слов скажу вам. Прекрасное место. Плыву обратно. Ну что, сегодня добыто две вот таких красавицы. Это, как я понимаю, серая утка по породе. Не знаю, там видно вам, не видно. Ну вот по клюву, клювик серенький вроде. И лапки такие серенькие. Вроде бы. Ну там комментаторы сейчас начнут. Профессионалы. Орнитологи, давайте, там уже я вижу эти комментарии. Вот, в общем-то, что могу сказать, ребят, устал, конечно, бешено.
сейчас греб еще вот эти 2,5 км туда-сюда. Все нормально. Это физкультура и вот достойный трофей трудовой охоты. Так и должно быть. По сегодняшней охоте, в общем, как я говорил, на этой карте, огромном этом озере, этих, это тоже все торф-карьеры бывшие. Я не был лет 10, и вот, собственно, не пожалел, что приехал. Изучать, конечно, еще много здесь. Я только лишь один край вот сегодня на лодке прошел вместе с вами. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно сюда еще раз приеду в следующий раз и, наверное, на тот же островок, ну, чтобы уже просто понятно, что там она летает. Но вот как раз по этой вечерке, то есть летать она начала где-то в районе 7 вечера, то есть еще солнце не зашло за горизонт, это была такая первая волна, собственно, летала она очень высоко, и стаи были просто гигантские некоторые, там по 20 штук, ну, бывали и двойки, и тройки, и поодиночке ходила. Но все это было, как вы видели, если видели, на кислороде, что называется, то есть вне выстрела. Я даже не стрелял, я просто наблюдал, да. Ну, мужики бомбили, как обычно, это у нас водится. Поэтому как бы дожидался, пока, может быть, как-то среагирует на манок и подсядет чучела, но ни то, ни другое не случилось. На манок утка реагировала крайне неохотно. Какие-то были вялые позывы к тому, чтобы она там развернулась как-то, да, или пошла на круг, но, в общем-то, можно сказать, что на манок она практически не реагировала. И, наверное, попытки подсесть чучела такие были, вот те, которые прошли на бреющем уже и были добыты. Наверное, они их срисовали, и на второй бы заход, или на третий они бы сели. Но вот само место, вот этот островок, там не так уж хорошо по маскировке получилось. Поэтому она меня, конечно, сразу срисовывает, и сверху утки очень все хорошо видно. Она меня тут же срисовывает, и, в общем-то, получается, что в чучела она не садится. Но, тем не менее, в лед охота результативная. Это прекрасные выстрелы, я считаю. И две это лучше, чем одна, и еще лучше, чем ноль. Да? Поэтому, ну, не затем, во-первых, ходим, ребят. Просто очень понравилась сегодняшняя охота. Несмотря на эту засуху и дичайшую, днем дичайшую температуру воздуха. Там, за 30 туда в плюс градусов. И грести это все было, конечно, очень тяжко. Тем не менее, каждая охота трудовая. Я очень рад. Ребят, спасибо, что смотрели в очередной раз. Не прощаюсь, это еще август, это конец августа. Это у нас летняя охота, вот летний сезон. Да? Дальше посмотрим уже, что будет там осенью. А там у нас что-то интересное точно будет. Ну и на рябчика еще я пока тоже не ходил, потому что в такую жару, я подозреваю, птица очень вялая и неактивная. И делать там в лесу, собственно, и нечего. Ну еще сходим обязательно. И по утке не прощаюсь с вами. По традиции желаю вам большущей удачи. С полем всех добывших, ребята, охотники, коллеги. Меня тоже с полем. Те, кто еще не добыл ни пуха вам, ни пера, ребят. И пока увидимся обязательно на следующей охоте. Возможно, кстати, и здесь же. То есть, ну, а чего? Сюда чучела же опять выкину. И уже встретимся опять с вами на этом островке в следующей серии. Вот такая вот. Вот такая вот красота. Вот оно. Вот.